Давно я не делала распаковку. Уже, да, как видите, другая обстановка. Я уже нахожусь в России. Тайский красивый столик остался в Таиланде. А большая часть ассортимента тоже осталась там. Но все-таки, уезжая из Таиланда, я успела прихватить с собой кое-какие вещи. Да, я сама являюсь клиентом своего магазина и активно употребляю тот товар, который я продаю. Сейчас у меня в пути находится посылка. Надеюсь, что СДЭК в ближайшее время мне ее доставит. Она уже находится в России. Вот. А сегодня я буду делать распаковку коллагена и мультивитаминов, которые я сейчас планирую пропить. Что уже в нашем городе эпопея с коронавирусом, она сейчас сходит на нет. Уже не так страшно. Иммуностимуляторы больше не пьем. Теперь заботимся о своей красоте и здоровье. И сегодня мы будем распаковывать коллаген второго типа и мультивитамины. Пока я буду распаковывать, я буду немножко рассказывать. То есть вот так вот выглядит коробочка. Вот коллаген второго типа. Это коллаген, который сделан специально для опорно-двигательного аппарата. Вот здесь находится 40 миллиграмм. Если я правильно понимаю. По-тайски давно уже ничего не видела. Да, здесь 30 капсул по 40 миллиграмм коллагена второго типа в каждой капсуле. Вот. Коллаген второго типа – это как раз-таки тот коллаген, который нужен нашим суставам, нашей соединительной ткани. Что если морской коллаген, он нужен в основном нашей коже, то коллаген второго типа – это здоровье и молодость нашего опорно-двигательного аппарата. Здесь такая вот защита. Вот. И вот такого вот размера капсулки. В день пьется одна капсулка вместе с едой. Вот. И очень эффективно, если вместе вот с этим вот коллагеном пить вот такие вот мультивитамины. Если их пить вместе, они взаимодополняют друг друга. И получается очень хороший эффект. Особенно если у вас есть проблемы с суставами, с хрящевой тканью, с коленями. Кстати, стрелочка, я постоянно про нее забываю. Вот, сейчас покажу, как выглядят мультивитамины. Что здесь очень большой комплекс, можете посмотреть. Здесь витамины, аминокислоты, минералы. Целый огромный комплекс, который очень полезен для опорно-двигательного аппарата, а также для красоты и здоровья женщин. Ну и не только женщин. Вот. Здесь такая же защитная мембрана, как и у всей продукции компании Вистра. Компания Вистра – это тайско-швейцарский проект, то есть Швейцария выпускает в Таиланде по своим технологиям из компонентов, которые есть в Таиланде, также экспортируют из других стран. Вот такие вот капсулы, таблетки мультивитаминов. И к ним вот такие вот таблетки с коллагеном второго типа. Вот если время от времени пропивать эти капсулы, вы забудете о боли в суставах и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.